Каждый четверг у нас проходят судебные заседания. Сегодня выступала сторона защиты свидетелей. Исмет, альхамдулиллях, держится достойно, готов отстаивать свои права и позиции. Всему джемату передает огромную благодарность. Чохсаголнас. Также хочу от себя добавить, я верю и надеюсь, что настанет день, когда наши мужья вернутся к нам, в наши семьи. Сегодня мы допросили двух свидетелей защиты. Это соседи Исмета Ибрагимова. Данные свидетели характеризовали Исмета Ибрагимова только с положительной стороны. Они указали на то, что никогда не замечали за Исметом Ибрагимовым никаких лозунгов или призывов к экстремистской деятельности, террористической деятельности. Что касается мечети, которую он всегда посещал, мы еще раз удостоверились в том, что из двух мечетей, которые находятся, одна в Курцах, другая в Марино, Исмет Ибрагимов посещал только одну мечеть, которая находится в Марино. Мы таким образом еще раз опровергнули те лживые показания секретных свидетелей, которые, на мой взгляд, нарушая закон, соответственно, нарушая положение Уголовного кодекса, давали ложные показания. Оба свидетеля подтвердили, что никогда не видели и не замечали и не слышали от кого-либо, чтобы Исмет Ибрагимов призывал или пытался свергнуть существующий государственный строй в Российской Федерации, установить новое правление, ну и каким-то образом попытаться захватить власть. Четыре свидетеля подтвердили, что подобных лозунгов и подобных высказываний от Исмета Ибрагимова никогда не было.